сил, штаб-квартира, Одесса. И также дипломаты первой степени, малая группа Мамбана Бабаев, Серпантин, Дубасары. Лауреатом третьей степени стала малая группа «Глазами женщины» «Атлантик» Днепропетровск. Лауреаты второй степени «Зона турбулентности» «Атлантик» Днепропетровск. И лауреат первой степени «Испанские гитары» «Фристайл» Тирасполь. Награждается современной эстрадой танец «Рослые Формейшн». Дипломаты третьей степени «Небель», «Любовь Апол», «Серпантин», «Дубасары». Дипломат второй степени «Ритмира», «Аэлита», «Алиты». Также дипломат второй степени «Небель», «Любовь», «Школа искусств», «Коктебель». Дипломатом первой степени становится Formation «Вокзальная история», «Фантазия», «Кирилловка». И также дипломаты первой степени студия современного танца Анастасии Лебедевой, «Вапки». Лауреаты третьей степени «Калинка», «Школа искусств», «Коктебель». Лауреаты второй степени «Безумный день», «Стиль», «Черноморская». И лауреаты первой степени «Пианино», «Грация», «Червоный конец». Награждается за иностранный танец смешанного возраста категория «Малая группа», лауреат второй степени «Вита» Симферополь. И лауреаты первой степени «Артико» Кишинев, Молдова. Награждается современная эстрада танец смешанная возрастная категория Formation. Лауреат третьей степени «Веселая компания», «Величита», «Одесса». Лауреаты второй степени Formation «Лентяков», клуб танца и вокала «Идеал», город Киев. И лауреат первой степени «Кубайская нищ», «Стиль», «Черноморска». Награждается современная эстрада танец смешанного возрастная категория «Продакшн». Лауреат первой степени «Продакшн», «Одесский дворик», «Вита Грация», «Одесса». Награждается стрит-дэнс-шоу «Юниоры Формейшн», лауреат третьей степени «Дэнс Афтер Скул» «Арт Вижн» Симферополь. Лауреат второй степени «Мы зажжем танцпол», «Поэзия движения», Одесса. И лауреат первой степени «Look at me now», «Fly away», «Донец».
награждается категория стрит-дэнс-шоу «Взрослые Formation». Дипломант второй степени Formation Step Up и Press Березань. Дипломант первой степени Jazz Funk Фантазия Кирилловка. Лауреат третьей степени Formation Dance Attack и Impress Березань. Лауреат второй степени становится Formation Jazz Funk Селена Одесса. И лауреатом первой степени становится Fly Away Донецк. Награждается стрит-дэнс-шоу смешанная возрастная категория малая группа. Лауреат третьей степени Удар Айрис Одесса. Лауреатом второй степени становится малая группа Energy Pozring Valky. И лауреаты первой степени малая группа Дамы Такие Селена Одесса. Награждается стрит-дэнс-шоу смешанная возрастная категория продакшн. Лауреат первой степени продакшн «Серебряные крылья» Вита Грация, Одесса. Награждается свободная танцевальная категория «Взрослые Formation». Дипломант первой степени становится Formation Yubion Fly Away Донецк. Лауреат третьей степени Степ Серпантин Дубасары. Лауреаты второй степени Вок Селена Одесса. И лауреаты первой степени Formation Деловой мир Грация Червоный Донец. Награждается категория стрит-дэнс-шоу успешного возрастная категория Formation. Лауреат второй степени Gangnam Style Паутина Днепропетровск. И лауреаты первой степени ограбления Престиж Симферополь. Награждается свободно танцевальная категория смешанная возрастная категория Formation. Дипломанты второй степени Girls Престиж Симферополь. Дипломатом первой степени становится Formation Scream Паутина Днепропетровск. Лауреатами третьей степени становится Formation Salsa Никисы Джем Ростов-на-Дону. Лауреаты второй степени Маши и Медведь, дивертисмент Бердянск. И лауреаты первой степени Formation Дари Любовь, театр танца для глухих детей, слышащих сердце, Симферополь. Награждается категория фэнтези юниоры дуэт Кубок мира. Первое место обладатели Кубка мира Юлия Коваленко и Елизавета Марсентьева. Луганск, Лосливый Пит, Новая волна.
Награждается категория фэнтези, юниоры, пара, Кубок мира. Первое место. Владислав Нетушенко, Даша Калявка, Златоноша, Тандем. Награждается категория фэнтези, юниоры, малая группа. Второе место. Малая группа «Алиса в стране чудес», Джаз Класс, Феодосия. И обладатели Кубка мира «Ангелы души», «Интеграция», «Одесса». Награждается категория «Фэнтези», юниоры «Формейшн», «Кубок мира». Второе место «Паутина», «Днепропетровск». И обладатели Кубка мира от Visions и Европа. Награждается категория фэнтези взрослые соло девушки Кубок мира. Третье место занимает Мария Петрова, Одесса, штаб-квартира. Второе место Ярослава Ермолаева, Златоноша, Тандем. И обладателем Кубка мира стала Марта Пенденца, Италия. Награждается категория фэнтези взрослые пара Кубок мира. Третье место Дениски Ольга Иванова, Феодосия, Приморский, Латина Клаб. Серебряными призерами стали Евгений Волик, Ярослава Ермолаева, Златоноша, Тандем. И обладатели Кубка мира Дмитрий Стойков, Мария Никитенко, Мариуполь, Матадор. Награждается категория фэнтези взрослая малая группа. Третье место занимает Ритмы сердца, Селена, Одесса. Серебряным призером стала малая группа «Африканские сны», «Фристайл», «Тираспаль». И обладатели Кубка мира, малая группа «Ты засыпаешь», «Life and Dance», «Новая каховка». Награждается категория «Фэнтези», «Взрослые», «Формейшн», «Кубок мира». Третье место «Вок», «Селена», «Одесса». Второе место «Формейшн», «Вечерняя сюита для мафиози», «Файерфлай», «Симферополь». И обладатели Кубка мира «Тюменский переполох», «Фантазия», «Тираспаль». Награждается категория «Дэнс-шоу», смешная возрастная категория «Малая группа». Третье место «Креатив», Киев. Второе место занимает «Импресс», Березань. И обладатели Кубка мира «Сплэш», Ильичевск. Награждается категория «Дэнс-шоу», смешанная возрастная категория «Формейшн». Второе место занимает «Формейшн Милитари», «Креатив», Киев. И обладателями Кубка мира становятся «Формейшн Вершин» и «Верше», «Лосливер», «Китс», «Новая волна», «Луганск».
Награждается категория фэнтези, смешанная возрастная категория формейшн, Кубок мира. Третье место, шкатулка Джойси Хиропа. Серебряным призером становится Formation Scream, паутина Неврогатрос. И обладатели Кубка мира Formation Огонь, Престиж Сикропа. Награждается категория фэнтези, смешанная возрастная категория продакшн Кубок мира. Первое место, Серебряные крылья, Виноградца, Одесса. Награждается категория фольк, взрослая малая группа Кубок мира. Первое место занимает малая группа «Побегу по радуге» Селена, Одесса. Награждается категория фэнтези «Юниоры», «Соло», «Девочки», «Кубок мира». Шестое место в этой категории занимает Диана Данько, Луганск, «Лос Клевей Китс», «Новая волна». Пятое место занимает Елизавета Парсентьева, Луганск, Lost New Wave Kids, Новая волна. Четвертое место в категории фэнтези юниоры соло девочки Кубок мира занимает Таисия Склярова, Луганск, Lost New Wave Kids, Новая волна. И тройка призеров. Третье место в этой категории занимает Анастасия Харитонова, Тирасполь, Фристайл. Серебряным призером становится Юлия Коваленко, Луганск, Lost New Wave Kids, Новая волна. И обладатель Кубка мира Эстер Ковач, Венгрия, Болеро. Ну что ж, и на этом церемония награждения участников подошла к концу. Мы напоминаем, что завтра в 8 утра у нас разминка.